Здравствуйте! Самое главное в усвоении нового материала – это практика. Но я не буду придумывать разные задания, я просто запишу ряд чисел. И нам нужно будет представить их в экспоненциальной форме. Мы рассмотрим самые разнообразные случаи, с которыми вы можете столкнуться. Под конец урока мы, возможно, рассмотрим несколько действий с числами в экспоненциальном виде, чтобы вы знали, как делать подобного рода вычисления. Запишем ряд чисел. Итак, 0,852 100-тысячных. Это первое число. Второе число будет 7 000 000 000 000. Я беру абсолютно случайные числа. Следующее число 0,510 квадриллионных. Здесь десятичная запятая. Записываем следующее число 723. Далее пусть будет число 0,6. И последнее число, предположим, это будет 82 300 000 000. Давайте попробуем записать данные числа в экспоненциальном виде. Первое число. Что нам нужно, чтобы записать его в экспоненциальном виде? Нам для начала нужно определить наибольшую степень числа 10, на которое мы будем умножать само число. Первая цифра, отличная от нуля, это 8. Вот она. И теперь мы подсчитываем количество знаков после десятичной запятой, включая эту цифру 8. Итак, 1, 2, 3, значит, это будет равно 8,52. Все, что идет за первой цифрой, будет находиться за десятичной запятой. И 8,52 мы умножаем на 10. А показатель степени – это количество знаков в первоначальном числе после запятой до первой цифры, отличной от нуля. Но мы ее также считаем. Значит, это будет 10 минус третьей степени. Это число чуть больше 8,5 тысячных, правильно? Ведь 10 минус третьей степени – это разряд тысячных. Переходим ко второму числу. Посчитаем, сколько цифр нам нужно отделить десятичной запятой. 3, 6, 9, 12. Как и в предыдущем случае, мы начинаем с цифры, отличной от нуля, самого большого разряда. В данной ситуации это цифра 7, цифра, которая находится левее всех. Значит, это равно 7,12 умножить на 10 в какой степени? Давайте посчитаем количество знаков после семерки. Ее мы не считаем, поскольку она остается слева от десятичной запятой. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще раз повторю, в данном случае мы считаем все цифры, которые идут после семерки, потому что это уже не десятичная дробь. Всего их 12. Следовательно, мы умножаем на 10 в 12 степени. Надеюсь, вы все поняли. Третье число. Итак, мы берем первую цифру, отличную от нуля после запятой. Это 5. Значит, это будет равно 5. Далее идут нули, но они будут после запятой, поэтому их можно не записывать. Значит, это равно 5 умножить. Теперь посчитаем количество нулей после запятой до цифры 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Мы включаем и эту пятерку. Следовательно, это будет равно 5 умножить на 10 в минус 14 степени. Переходим к следующему числу. Вряд ли вас когда-нибудь попросят записать вот такое число в экспоненциальной форме. Но ничего, практика никогда не помешает. Если мы внимательно посмотрим на это число, то какая самая большая степень 10 содержится в этом числе? Самая большая степень это 100, или 10 в квадрате. И если мы разделим 723 на 100, то получится 7,23. Эти две цифры будут находиться справа от запятой. Значит, это будет равно 7,23 умножить на 100. Мы, конечно, можем записать умножить на 100, но тогда это будет уже не экспоненциальное представление числа. Поэтому мы записываем умножить на 10 в квадрате. Число 0,6. Вот это первая цифра, отличная от нуля. Это будет равно 6 умножить. А сколько цифр у нас справа от десятичной запятой? Только одна. Значит, мы 6 умножаем на 10 в минус первой степени. Все правильно? Так и должно быть. 6 умножить на 10 в минус первой степени – это 6 умножить на 1 десятую. А это то же самое, что и 0,6. Еще одно число, последнее. Расставим точки, так нам будет проще работать. Мы берем цифру в самом большом разряде. Вот она, это 8. Итак, это равно 8,23. Больше ничего не пишем, поскольку дальше идут нули. И 8,23 мы умножаем на 10. А чтобы узнать степень, нам нужно посчитать количество цифр после восьмерки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, это равно
8,23 умножить на 10 в десятой степени. Я надеюсь, вы поняли, как записывать числа в экспоненциальной форме. Но я бы хотела, чтобы вы умели не только это делать, но и понимали, почему получается именно так, а не иначе. Вот на последнем занятии по этой теме я вам все постараюсь объяснить. И если вы все равно не поймете, то я предлагаю просто перемножить, к примеру, 8,23 и 10 в десятой степени. В результате у вас получится вот такое большое число. А если взять, допустим, 8,23 умножить на 10 в пятой степени, то получится совсем другое число. После восьмерки будет уже не 10 цифр, а только 5. Теперь решим несколько примеров на действие с числами в экспоненциальном виде. Предположим, нам нужно какое-то очень маленькое число, например, 0,64 умножить на очень большое число, скажем, 320 миллиардов. Мы можем, конечно, перемножить эти числа и в таком виде, но это не совсем удобно. А можем сначала записать их в экспоненциальной форме, а потом уже перемножить. Так и поступим. Когда мы запишем числа в экспоненциальной форме, то вы увидите, что перемножать так намного проще. Итак, верхнее число. Первая цифра, отличная от нуля, это 6. Значит, это будет равно 6,4 умножить на 10. В какой степени? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы берем в расчеты цифру 6. Значит, это будет 6,4 умножить на 10 в минус 6 степени. Переходим к следующему числу. Как оно будет выглядеть в экспоненциальной форме? Итак, это будет равно 3,2. Правильно? 3 – цифра самого большого разряда. И 2. И теперь посчитаем количество знаков после 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значит, это равно 3,2 умножить на 10 в 11 степени. И теперь, если мы перемножим два значения, то это будет 6,4 умноженное на 10 в минус 6 степени умножить на 3,2 умноженное на 10 в 11 степени. А это то же самое, что и 6,4 умножить на 3,2. Я просто изменила порядок умножения. Умножить на 10 в минус 6 степени и умножить на 10 в 11 степени. А чему это будет равно? Чтобы вычислить значение данного выражения, даже не понадобится калькулятор. Итак, посчитаем столбик. 6,4 умножить на 3,2. Мы игнорируем десятичные запятые, пока мы просто перемножаем. 2 умножить на 4 – 8, 2 умножить на 6 – 12. Здесь будет 0, 3 умножить на 4 – 12, 2 пишем, 1 запоминаем. 3 умножить на 6 – 18, и плюс 1 равно 19. Теперь складываем. 8 плюс 0 – 8, 2 плюс 2 – 4, 1 плюс 9 – 10, 0 пишем, 1 запоминаем, и 1 плюс 1 – это 2. Посчитаем количество цифр справа от запятой. Вот одна цифра, а вот вторая. Справа от запятой у нас две цифры. Отделяем две цифры запятой и в ответе. Таким образом, 6,4 умножить на 3,2 равно 20,48. Значит, здесь мы запишем 20,48 умножить. У нас здесь перемножаются степени с одинаковыми основаниями. Следовательно, мы можем сложить показатели. А чему равно минус 6 плюс 11? Это 10 в пятой степени, правильно? Минус 6 плюс 11 равно 5. Теперь у меня к вам вопрос. Справились ли мы с заданием? Да, мы перемножили два значения, получили правильный ответ, но записан ли этот ответ в экспоненциальном виде? Если вы еще не поняли, то это не экспоненциальное представление числа. Нам осталось еще кое-что поправить. Итак, мы можем любое число умножить и разделить на 10. Давайте запишем это так. Слева мы умножаем наше число на 1/10, а справа на 10. Так наше значение не изменится. Мы разделили на 10 и умножили на 10. Это то же самое, что и делить и умножать на 1. Если мы разделим эту часть на 10, то получим 2,48. А если мы умножим эту часть на 10, то получим умножить на 10. 10 – это 10 в первой степени. Нам нужно просто сложить показатели. Значит, 10 у нас будет в шестой степени. Теперь перед нами действительно запись числа в экспоненциальном виде. Только что мы рассмотрели умножение. Теперь переходим к делению. Давайте разделим нижнее число на верхнее. Итак, нам нужно 3,2 умноженное на 10 в 11 степени разделить на 6,4 умноженное на 10 в минус 6 степени. Чему это будет равно? Это будет равно 3,2 деленное на 6,4. Мы можем просто разбить это выражение на две дроби, согласно ассоциативному свойству умножения. И это мы умножаем на 10 в 11 степени, деленное на 10 в минус 6 степени. Правильно?
Ничего не поменялось. Итак, 3,2 разделить на 6,4 – это 0,5. 32 – это половина от 64. Соответственно, и 3,2 – это половина от 6,4. Значит, это равно 0,5. А чему равно вот это выражение? Мы 10 в 11 степени делим на 10 в минус 6 степени. Запишем немного по-другому. 10 в 11 степени разделить на 10 в минус 6 степени – это то же самое, что и 10 в 11 степени умножить на 10 в минус 6 степени и еще в минус 1 степени. А это равно 10 в 11 степени умножить на 10 в 6 степени. Как у меня так получилось? Это у нас единица, деленная на 10 в минус 6 степени. А мы знаем, если единица делится на что-то, то это равно этому чему-то, только в минус 1 степени. И это будет равно 10 в 17 степени. Можно поступить и по-другому. Если делятся степени с одинаковыми основаниями, то основание остается прежним, а из показателя в числителе вычитается показатель в знаменателе. А значит, это будет 10 в степени 11 минус минус 6, или в степени 11 плюс 6, а это 17. Таким образом, в результате деления мы получили следующее значение – 0,5 умножить на 10 в 17 степени. И это правильный ответ. Но, как вы уже поняли, мы еще не совсем справились с заданием. Это не совсем экспоненциальное представление числа. Вот это число должно быть больше или равно единице. Поэтому давайте слева умножим на 10, а справа разделим на 10 или умножим на 1/10. Обратите внимание, мы не меняем значение числа, если умножаем и делим одновременно на 10. Слева у нас получится 5. 10 умножить на 0,5 – это 5. А справа у нас будет 10 в 17 степени умножить на 1/10. Это то же самое, что и 10 в 17 степени умножить на 10 в минус 1 степени. Правильно? Ведь 1/10 – это 10 в минус 1 степени, а 17 минус 1 – это 16. Таким образом, это будет равно 5 умножить на 10 в 16 степени. Вот теперь все. Наш ответ записан в экспоненциальном виде. Надеюсь, вы все поняли и во всем разобрались. На этом уроке я постаралась показать все возможные ситуации, касающиеся экспоненциального представления чисел. Наше занятие подошло к концу. До скорых встреч!